Thank you.
Это был Фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменила его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузила в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните.
Если бы не это, вы бы уже погибли. А теперь отправляйтесь в главный холл. Вы выбрались.
Готовы, наконец, увидеть реальный мир? Заметила его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Ah!
1963 год. После секретных переговоров во время Холодной войны США и СССР построили лабораторию под названием «Клетка». Так были созданы костяк и основные аварийные системы будущей станции «Талос-1». 1964 год. После неудачного покушения на Кеннеди и отставки Хрущева США приобрели право использовать клетку как испытательный полигон. Проект под кодовым названием «Аксиома» привел к созданию материалов нового поколения и прорыву в биологии, открывшему путь к нейромодификации. С 1980 по 1994 год проект «Аксиома» был приостановлен, когда политическая обстановка переменилась. После трагического инцидента, который привел к гибели двоих ученых, базу «Клетка» вывели из эксплуатации. 2025 год. Сформировано правление «Трансстар». Корпорация выкупила «Клетку», переоснастила ее и снабдила новейшими системами безопасности. 2030 год. «Талос-1», флагман частной космической индустрии, начинает работу. Выпущен первый нейромод, позволяющий значительно усовершенствовать тело и разум. 3. Талос. Каждый сотрудник обязан ежедневно отчитываться о выполненной работе. Если вы не можете явиться на работу, оповестите непосредственного начальника. Thank you.
возвращением. Это место уже 3 года является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале.
Привет, Морган. Ну и денёк. Уже сама с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости, это навсегда. 1 января заслуживает доверия. Это оператор, вроде резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и...